Hello guys, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием The Room. Да, это у нас логическая игрушка. Но нужно что-то менять еще на канале, да? Игры для ума. Think about. Ну что, поехали. Новая игра. Будет, наверное, одна серия. Одна головоломка, одна серия. Обычно нажмите на любую кнопку, чтобы начать. Поехали. Зажмите и передвигайте, чтобы оглядывать. Дважды нажмите на конкретный наверху сейфа, чтобы сфотографировать на нем. Сфокусироваться. Hello. Ага. Ну, один предмет. Небольшой медный ключ с изображением животного. Здрасте. Заебись. Обычно забирайте окуляр. Ага. Накорми меня, и я выживу. Потом меня, и я умру. А, напой меня, и я умру. Но это огонь, это логично. Нажмите на значок окуляра, чтобы снять его. Окей. Важно, чтобы сфокусироваться на записке. Где там записка? На вот этой записке? Без линзы это просто обычный окуляр. Дважды, чтобы сфокусироваться на записке. На какой записке? Загадка. Решение должно быть где-то здесь. Ага, окей. Где уголь? Книги. Байт, слишком сложно. Некоторые из моих странных пыльных книг не могу, чтобы они помогли мне здесь. Чем они тебе помогут? Уголь где? Челик. Так. Охренеть, головоломки пошли. Да? Это что за херь? Тут я бы мог открутить это, если бы у меня было чем. Руками, бля. Чем еще? Поехали. Так, здесь нужен ключ, походу. Сфокусироваться на чем там? Ага, значит, чисто на объектах, которые здесь, да? Некоторые из моих странных пыльных книг, я не думаю, что они могут помочь здесь. Где окуляр? Ух, грит? Это что? Ау. Это глава? Я не буду брать подсказку, идите в дупу. Земля... Не думаю, что это ответ. Огонь. Да, это огонь. Зависть. Необычный странный ключ. Что-то в этом ключе необычное. Нужно присмотреться. Нажмите на значок ключа в инвентаре. Ух ты ж, ё. Что это? Так, это сюда? Ты можешь... Ключ показать мне. Алло, дядь. Я ж не вижу. Так. Ну типа, да? Так, это не от этого. Идите в сраку. Вот, поехали. Что? Что тебе кажется? Окуляры его все равно ничего не видит. Покажи еще раз надпись. Кажется, они вращаются, но нет никакого пометок. Нет никаких пометок, говоришь?
Нажмем. Иди в сраку. Ха. Ну найс, у меня есть ключ. Ключом я могу открыть. Слышь? Ключом отвинчуй. Ладно. А, ключ от двух. Ничего себе. Тайный предмет. Я знаю, для чего нужен. Так. Талисманчик. На один предмет, линза. Ништяк. Да, это пиздец. Окей. Теперь мы можем покрутить. А как оно правильно должно стоять? Вот так, да, скорее всего. Так. Так, блэд. Опа. А? А как вам такое? Открывайся. О, так-так. Давай рассмотрим это поближе. Глава пройдена. Достойные успехи, но вы уже не думаете, что это доказал свой использование. Что, серьезно? Вы хотите сказать... Ну, блин. Их руля четко. Мне нравится. Эти три замка отделяют меня от содержимого ящика. Три замка. Ну, мы же уже прошли, ведь так? А это значит... Хотя это ж обучение было. Короче, ребята, на этом мы закончим. Это все равно же была головоломка, также было написано, что мы прошли главу. Значит, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, типа, пилотный выпуск данной игры. Поэтому так быстро и закончилась серия. Поэтому встретимся в следующих головоломках, и мы раскроем эту штуковину, я вам гарантирую. Поэтому всем спасибо за... Ну, короче, блядь, всем пока.